Вот такие классные инструменты вы увидите в этом видео. И как всегда в конце видео будет традиционный конкурс. Хотите принять участие? Тогда смотрите видео до конца. Поехали! Всем привет, друзья! С вами канал Аль Пачино. Сегодня мы с вами увидим подборку из 20 классных и полезных инструментов в вашу домашнюю мастерскую. И приурочил я этот выпуск к 8-му дню рождения площадки AliExpress, где вы можете приобрести все, что захотите. И к этому дню AliExpress подготовили большую распродажу, которая началась уже сегодня и продлится до 31 числа включительно. Так что если вы хотели что-то себе давно приобрести, но ждали скидки, эти несколько дней распродажи как раз именно тот момент. А чтобы еще меньше платить за любые покупки в интернет-магазинах, то ставьте приложение с кэшбэком и забирайте назад процент со своих покупок. Сейчас ставка кэшбэка составляет аж целых 5%. Сам экономлю и вам советую. Все ссылки на товары с подборки и на кэшбэк есть внизу в описании. И как всегда, в конце этого ролика будет классный конкурс. Приятного просмотра! И начнем мы с интересного инструмента. Это компактная многофункциональная настольная пила. Была разработана для универсального использования. Она отлично подходит для обрезки кромок и точного раскроя различных заготовок, будь то ДСП, фанера или массивная древесина. Рабочий стол с порошковой покраской оснащен легкочитаемой шкалой. Также оснащен параллельным упором с эксцентриковым зажимом и угловым упором. Точная настройка высоты реза обеспечивает легкую и точную работу с циркулярной пилой. Двигатель пилы имеет защиту от перегрузки. Небольшой размер обеспечивает мобильность применения циркулярной пилы. Для ее транспортировки достаточно одного человека. Будет незаменимым помощником как в небольшом цеху, так и на даче. Болгарка с двумя аккумуляторами. Сейчас аккумуляторная болгарка считается очень популярным инструментом, ведь у нее есть огромные преимущества – возможность автономного использования. Если для вас ключевым показателем является мощность устройства, то лучше отдать предпочтение сетевым моделям. Они работают более эффективно, но зато их не получится использовать при отсутствии поблизости электрической сети. Аккумуляторная болгарка не справится с резкой крупного камня, но выручит при решении более простых задач. Легкие модели хорошо лежат в руке. Аккумулятор обеспечивает определенное время автономной работы. К основным достоинствам аккумуляторных моделей стоит отнести следующие моменты. Возможность безопасного использования во влажных помещениях, на стройплощадке, а также в местах, где отсутствует электричество. Автономность устройства можно сильно увеличить, если приобрести сменные аккумуляторы. Возможность использования для выполнения любых работ на природе, где нет возможности подсоединиться к коммуникации. Это обеспечивает широкую область применения. Распродажа – это, конечно, хорошо, но все мы знаем, что на AliExpress некоторые продавцы специально повышают цены перед скидками, а потом понижают в день скидок, и получается, что цена старая, а скидки как бы есть. Но с приложением от Letyshops для мониторинга цен вы будете знать, дурит ли вас продавец или нет. Например, посмотрим динамику цены и рейтинг продавца сверлильного станка-верстака, который будет далее у нас в подборке. И мы видим, что рейтинг продавца 82%, что является хорошим показателем. А цена постоянно скачет, но сейчас как раз тот момент, когда цена упала на $54 и, как говорится, можно брать. Кэшбэк и расширение рекомендую. Лазерный гравер является современным устройством для нанесения стильной гравировки на различные предметы. С его помощью можно легко нанести понравившийся принт на такие виды поверхностей, как дерево, пластик, бумага, а также крашеный металл и резина. Мощности лазера хватает на то, чтобы прожечь дорожки на печатной плате, а брусок дерева превратить в штамп для чернил с нужным оттиском. Может использоваться в автономном режиме, даже если нет возможности подключить гравер к компьютеру. Можно подключить только два USB-порта к зарядному устройству или пауэрбанку. Лазер выполнен из алюминия, нержавейки и акрила, что делает его корпус прочным и легким. Для отвода тепла, выделяющегося при работе лазера, используется специальный блок питания, а также радиатор. Насадка для быстрой сварки 4 мм. Она используется для сваривания рулонов линолеума друг с другом. Пластиковые пруты загружаются в отверстие насадки. Второе же отверстие служит для соединения с феном. Под действием высокой температуры прут внутри насадки расплавляется, и в шов уже поступает жидкое масло, которое надежно соединяет два листа линолеума. Получившийся бугорок легко удаляется при помощи специальных скребков и ножей. После этого рекомендуется пройтись феном по швам для дополнительной прочности. Этот способ сварки отличается универсальностью, доступностью и малыми затратами.
Универсальный съемник подшипников обязательно пригодится многим автомобилистам. Для многих далеко не секрет, что подшипник – это та часть автомобиля, которую может быть достаточно тяжело сменить без специального приспособления. В связи с чем, когда подшипник приходит в негодность, автомобилисты частенько мечутся в поисках достаточно эффективного способа исправить данную ситуацию. В этот момент хорошо поможет универсальный съемник подшипников. Такое приспособление довольно легкое в своем применении и способно исправно прослужить автомобилю впечатляюще долгое время. Ручная многофункциональная отвертка 15 в 1. Отвертка представляет собой рукоятку с контейнером для бит и жала, на конце которого есть углубление для установки биты нужной формы. Также в ручке есть 8 шестигранных головок размерами от 1,5 до 6 мм. Инструмент позволяет заменить набор из 5 отверток и 8 шестигранных головок и для удобства работы оснащен трещоточным механизмом. Для начала работы необходимо лишь выбрать биту необходимой конфигурации, извлечь ее из рукоятки хранилища и установить в битодержатель. Биты надежно крепятся магнитом. С помощью переключателя трещотку можно переключать в режим закручивания, откручивания или нейтральный. Этого набора бит вполне достаточно для выполнения основных задач. Небольшой сверлильный станок верстак с хорошими отзывами. Идеален для работы в гараже или своей мастерской. Предназначен для точного сверления отверстий в дереве, металле, керамике и пластмассе. Особенности станка. Очень удобен для сверления отверстий малого диаметра от 1 до 10 мм. Например, в ювелирном или радиолюбительском деле. Все основные детали станка выполнены из металла. Трехступенчатая ременная передача. Защита от перегрузок. Максимум производительности при низкой мощности. Электронная регулировка скорости. Характеристики. Диаметр сверла 1-10 мм, потребляемая мощность 580 Вт, две регулируемых скорости ременной передачи от 0 до 5500 и от 0 до 11000, максимальное число оборотов холостого хода 11000 оборотов в минуту, вес 5,8 кг, длина и ширина стола 170 мм, максимальный диаметр сверления 100 мм, глубина сверления 25 мм. Многофункциональный гаечный ключ 23 в 1. Очень необычный помощник любому мужчине. Сделан из литого материала 40SR и сверху хромированный для защиты от коррозии. Заменит вам ключи от 7 до 19 мм, что позволит вам сэкономить место в инструментальном наборе и выручит вас во множестве ситуаций, будь то ремонт велосипеда, машины или чего-либо другого. Чтобы подогнать ключи под нужный болт или гайку, посередине ключа нужно прокручивать колесико, и упор, который будет выдвигаться, прижмет вашу деталь для прокручивания. Вес ключа 300 грамм. Рекомендую присмотреться к данному девайсу. Как по мне, инструмент очень годный. Стол координарный крестовинный. Предназначен для установки и крепления заготовок при выполнении фрезерных, расточных, сверлильных, разметочных и других видов работ, связанных с продольным и поперечным перемещением заготовок. В тандеме со сверлильной стойкой превращает вашу дрель в настоящий сверлильно-фрезерный станок. Устойчивое основание с анкерными прорезями позволяет с легкостью крепить стол на любой ровной поверхности, либо опорной плитке станка. Стол изготовлен из алюминия с фрезерованной рабочей поверхностью. Конструктивно данная модель позволяет установить на стол двигатель и использовать стол в качестве миниатюрного токарного станка. Очки сварщика с автозатемнением. При ежедневной работе сварщику приходится вдыхать вредные пары и аэрозоли, копоть, пыль и другие опасные для здоровья вещества. Мастера используют в работе обычные очки газосварщика с минеральными стеклами или сварочные очки «Хамелеон». Данные средства индивидуальной защиты предохраняют глаза от различных видов излучения и ярких вспышек света. Очки имеют возможность откидывать картридж вверх и смотреть в случае необходимости через прозрачное стекло. В корпусе предусмотрены вентиляционные каналы закрытого типа, всего их 6, позволяющие защищать лицо от мелких частиц и пыли, обеспечивая проветривание, что предотвращает запотевание стекла внутри. Данные очки очень удобны, и их применение будет оправдано в различных узких местах, где габариты маски не позволяют пролезть в щель голове сварщика. Маленький универсальный торцевой ключ 10 в 1. Многофункциональный ключ для использования в инженерных системах зданий, отопления и сантехники, вентиляционная техника и систем кондиционирования, электротехники, сетях газа и водоснабжений и системах блокировки. Восьмиконечное исполнение, две крестовины компактно скрепляются между собой с помощью магнитов. Двухсторонний бит, прямой шлиц 1 на 7 мм и крестовой шлиц RH2. Двухсторонний бит прикреплен к ключу проволочным тросиком из высококачественной стали, облегченная конструкция на основе цинкового литья. Восьмилучевой крестовой ключ состоит из двух крестовин, соединенных друг с другом с помощью магнитов.
Цифровой микрометр позволяет делать замеры и получать результаты не только в миллиметрах, но и в дюймах. Это устройство со сбалансированными функциональными возможностями обустроено функцией внешнего вывода показателей. Удобный большой дисплей позволяет легко считать нужную информацию, которая выводится на экран. Если ваша профессия требует постоянного, качественного и точного выполнения работ, которая напрямую касается измерения толщины предметов, то купить микрометр – это ваш профессиональный долг. Инструмент станет для вас верным и точным другом, незаменимым помощником и качественным рабочим реквизитом. Технические характеристики. Точность при измерении в диапазоне от 0 до 25 мм. Возможность измерения в миллиметрах и дюймах. Большой LCD-дисплей. Измерительный стержень из закаленного карбида. Питание от одной батарейки LR44. Гибкая многофункциональная струбцина – идеальный инструмент для работы с объектами со сложной формой. Данная струбцина имеет усиленный нейлон и металл, что обеспечивает особую прочность инструменту и продолжительный срок службы. Этот зажим идеально подходит также там, где требуется бережный зажим закруглений. Приспособление универсально, может использоваться для дерева, пластмассы и металлов. Основные преимущества – четкая фиксация углов. Фиксация углов прямоугольных деталей осуществляется четырьмя пластмассовыми позиционирующими уголками. Второе. Равномерный зажим. Обеспечивается равномерное давление как при зажиме прямоугольных деталей, так и при фиксации необычных форм без применения уголков. И третье. Высокая прочность на разрыв. Тканная специальная натяжная лента из полиэстера гарантирует высокую прочность на разрыв. Полезная длина ленты до 3,8 метра. Отличный набор метчиков и плашек в удобном пластиковом чемодане является необходимой комплектацией инструментов для нарезки резьбы. С помощью этих инструментов можно без особых затрат и усилий нарезать внешнюю либо внутреннюю резьбу самых популярных размеров. Инструмент изготовлен из качественной легированной инструментальной стали. В набор входит 17 метчиков, 17 плашек, 2 воротка, быстрозажимной вороток и отвертка. По ссылке в описании вы увидите несколько наборов и поменьше, и сможете выбрать себе тот, который подходит вам. Олово-отсос представляет собой полый цилиндр, по которому ходит поршень и чем-то напоминает автомобильный насос. Поршень посредством штока соединен с наконечником для нажатия пальцем. Поршень плотно прилегает к внутренней части трубки для создания высокой степени разряжения. В середине пластикового корпуса располагается кнопка для приведения в действие спускового механизма. Рассматриваемый вакуумный отсос для излишков олова отличается простотой конструкции и легкостью разборки корпуса для чистки. Для разъединения составных частей предусмотрено резьбовое соединение. Внутри находится возвратная пружина. Один из ключевых элементов конструкции – всасывающая трубка, сужающаяся в конце. Разводной ключ с захватом крокодил с рабочим диапазоном от 0 до 32 мм. Традиционная модель снабжена измерительной шкалой и в конце рукоятки губки с захватом крокодил. Кроме своей основной функции, позволяет быстро завинчивать-отвинчивать, например, клапаны или винтовые соединения для винтов с головками до 16 мм. Благодаря длине в 20 см обеспечивает комфортную работу в ограниченном пространстве, например, под раковиной при установке смесителя. Корпус инструмента фосфатирован для защиты от коррозии. Соответствует европейскому стандарту DIN 3117. Инструмент оправдывает самые высокие ожидания профессионалов. Транзистор-тестер. Устройство позволяет тестировать емкости и эквивалентные последовательные сопротивления конденсаторов, индивидуальности катушек, сопротивление резисторов, тестер транзисторов, диодов, а также выводит информацию о подключенных компонентах. Прибор работает в автоматическом режиме. Тип деталей и выводы, к которым она подключена, определяются автоматически. Также сам определяет соколевку для транзисторов и диодов. Удобный размер позволяет быстро подключать детали, а контактные площадки на плате удобны для тестирования SMD-компонентов. Их можно даже не подпаивать, а просто прижать пинцетом. Преимущество данной модели в том, что вы получаете законченное устройство в удобном корпусе. Исключено попадание пыли, сторонних предметов и загрязнений, что существенно снижает точность показания и могут привести к поломке прибора. Револьверная отвертка. Отвертка револьверная с битами представляет собой ручной слесарный инструмент, используемый для завинчивания и отвинчивания крепежных деталей. Изделие незаменимо для выполнения монтажных и демонтажных работ у вас дома, на даче, в гараже и так далее. Отвертка снабжена функцией автоматической смены бит и эргономичной двухкомпонентной ручкой, обеспечивающей надежный и удобный захват инструмента во время работы. Биты изготовлены из хромованадиевой стали, практичны и долговечны в использовании. Магнитный фиксатор для сварки – вторая рука сварщика.
При помощи данных уголков можно выставить свариваемые детали под нужным углом и спокойно прихватить конструкцию. Больше не нужно будет просить помощи. Благодаря магнитному фиксатору для сварки весь процесс может выполнять один рабочий, что значительно упрощает процесс изготовления необходимой конструкции, позволяет производить точное выставление углов в процессе проведения сварочных работ или монтажа стальных конструкций. Пистолет для пескоструйной обработки предназначен для очистки различных поверхностей от грязи, ржавчины, остатков лакокрасочных покрытий и прочего. Конструкция пистолета выполнена с верхним расположением резервуара для песка. Очень компактно и эргономично, что позволяет производить обработку даже самых труднодоступных мест. Для работы с пескоструйным инструментом используются различные абразивные смеси, отличающиеся по своим свойствам и выбираемые в зависимости от производимых работ. Применяемый абразив – песок речной, кварцевый песок, электрокорун. А вот и конкурс. Приз конкурса – 200 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать, какой товар вам понравился и дату вашего рождения. Подписывайтесь на канал Альпачино Лайф, там выходят итоги конкурсов. Участвуйте в конкурсе, и вам обязательно повезет. Спасибо, что смотрите мои ролики. Всем пока!